60-70 километров в час. Водитель легковушки говорит, что по этой дороге он ездит часто. После рабочего дня Расим решил поехать к родителям, чтобы оставить зимнюю резину. Уверяет, скорость не превышал, ехал предельно аккуратно. Велосипедиста в кромешной тьме он не видел. Я думал, может, олень какой-то попался. Я просто по Утяшкинской дороге ездил, да? Ну, бывает такое, то, что олени выскакивают или что. Велосипед от удара вылетел в кювет. Владельца же двухколесного транспорта перекинула через автомобиль и выбросила на асфальт. При падении 71-летний пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. На переднем сиденье автомобиля бутылка с горячительным напитком. Как пояснил молодой человек сотрудникам ГИБДД, он выпил только после того, как понял, что сбил человека. Его же родители утверждают, что до этого случая он не брал ни капли в рот. Появление спиртного в салоне автомобиля объяснил лучший друг Расима. Именно ему 26-летний водитель сообщил сразу о случившемся. Буквально через несколько минут приятель примчался на место ДТП. Увидев состояние близкого друга, который от страха не мог даже пошевелиться, молодой человек не придумал ничего лучшего, чем дать ему выпить, признается он. У меня как бы в запасе как бы лежала бутылка водки. Просто лежала, полгодовала, может сказать, эта бутылка. Как бы ему дал. И все, он выпил, потому что он боялся выйти даже с машины, потому что человек был в шоковом состоянии. Освидетельствование показало, что водитель был изрядно пьян. Алкотестер выдал 1,0 промилле алкоголя. Сейчас следователям предстоит выяснить детали аварии, а водителю, который насмерть сбил велосипедиста, доказать, что он управлял транспортным средством в трезвом виде. Вера Муратова, Влад Семагин, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».